Внезапно выскочивший на дорогу волк стал причиной страшной аварии в Ленинградской области. Произошло все на 54-м километре трассы Кола. Погибли два человека, мужчина и женщина, и пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок. Столкнулись Audi A6 и ВАЗ-2115. Отечественный автомобиль уходил от столкновения с хищником. В иномарку машина врезалась, что называется, лоб в лоб. Сам волк погиб на месте, автомобили были буквально сплющены, людей из них пришлось вырезать.